Спасибо большое. Спасибо. Я парочка технических замечаний. Конечно. Во-первых, а какой твой любимый вагон? Что? МТВ-82. Хорошо. Так. У нас на выставке представлена серия, которая называется «Трамвайные портреты», вот там на стене. Авторство Миши Кученева, я думаю, многим тут известно. Вот тебе МТВ-82. Спасибо. Я хотела объявить и сказать, что в следующую субботу у нас будет, к сожалению, закрытие этой выставки. Планируется финисаж, то есть торжественное закрытие, на котором планируется лотерея беспроигрышная. Приходите, приносите 1000 рублей. И выиграйте, можно будет выиграть избавление трамвая, но не из тех, что здесь представлено, а специально подготовленное для лотереи. И если вдруг кто-то не знает, то большинство работ на этой выставке тоже можно купить. Если вы не готовы сделать сами, то расскажите каким-нибудь своим знакомым, может быть, им это будет интересно. И приходите к нам, пожалуйста, на финисаж и на все наши другие выставки тоже. Спасибо. Спасибо большое.